Друзья, привет! Сегодня я подвожу итоги конкурса, который мы начинали на прошлой неделе. Он длился целую неделю, вы писали свои комментарии, и мы выбирали два лучших комментария, которые получат приз – катапульта и замок. Я начну, наверное, с конца, со второго места. Итак, барабанная дробь, катапульту получает вот этот комментарий. Не хочу я папу утруждать, пускай сын играет с катапультой, а папа чуть-чуть отдохнет. Ну и переходим в итоге к первому месту. Первое место у нас получает Василий Рыбин. Вася, наслаждайся этим замечательным конструктором, покупай себе допник, ну и возможно ты найдешь этот конструктор на тематику леса и того долгожданного ворона. Ну, связаться вы с нами можете либо через Инстаграм, пишите в директ, либо пишите нам в группу в ВК, либо же на почту. Как я уже говорил, если нам не напишут, то будем призы разыгрывать между следующими местами. Друзья, ну если вам не удалось выиграть конструктор, не стоит отчаиваться. Я вам еще раз напоминаю, что наши друзья из Ругир, ссылочка будет естественно в описании, оставляют акцию промокод и скидка 15% по слову BabyGo еще на недельку, так что можете им позвонить и получить любой конструктор по промокоду со скидкой 15%. Ну а конкурс завершен. Я думаю, что будут еще какие-то интересные розыгрыши, так что не пропускайте наши выпуски, следите за новостями. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте нам пальчики вверх. До новых встреч. Пока.